Всем привет! У нас сегодня видеоотчет для Василисиной крестной. Наташечкин, знаю, что ты нас смотришь. Вася ей по телефону звонила. Вася, ты спасибо сказала? Да. Да. В общем, вот, она переживала, вдруг что-то не подойдет. Вот, смотрите. Все, подошло. А бок показывать? Красота! Боком вставай, да. Все свободненько, как мы и любим. В общем, Наташечкин угадала полностью. Там еще этикетка, мы еще не срезали. Ну, срежем. Мам. Тебе нравится? Да, мама. Скажи еще раз спасибо, тетя Наташа. Спасибо. А тетя Наташа еще сказала, приходи еще к нам. В гости пригласила тебя? Да. Ну, будет повод, значит, сходишь в гости к тете Наташе. Ты Арину давно не видела, да? Ну, ты хоть в камеру смотри, что ты голову-то пустила, солнышко. У Маши и ручки. Сейчас расскажу про Степу. Про Степу? Да. Что Степа прижил и сказал, с прошедшим тебя с днем рождения. Вот такой Степа смешный. Сказал, собаки боится. Пришел, сказал все и ушел свободно. Но она же не его собака, поэтому он правильно ее боится. Ты же тоже чужих собак боишься. Теперь не боюсь. Теперь не боишься? У-у. Ну ладно, все, давай помаши ручкой. Все, всем пока. Пока.